Продам двухкомнатную квартиру на втором этаже девятиэтажного дома, кирпичный дом, 21 тысяча долларов. Вот так, ребятки, такие цены. Левый берег Днепра. Сейчас еще в поисках. Так, продам одну комнатную, слобожанский удивельник продам. Ну, надо, а вот, вот есть. Сейчас будем звонить. Улица Тепличная. Цены нету, поэтому надо будет звонить. Сейчас пока Владочка покатается на качелях, на роликах, а я вам немного такой предыстории. И, кстати, смотрите, на заднем плане Аночки у нас еще добавляются. Потому как ребятки начинают больше и больше выезжать из-за такого времени опасного. Начинают с Донецкой области перебираться в другие регионы, более безопасные. Так, ребятки, всем привет поближе. А у нас очередная тренировочка. Немножко разогрелись, ноги свои размяли, мышцы разогрели. И все, сейчас одеваем ролики и вперед. Это у нас дубль пятый уже будет, да? Станем на ролики, покатаемся. Погодка пока такая. Вчера мы занимались с вами в селе. Хотел показать вам все-таки, когда делали виноград. Не до конца, осталось только лозу еще немного подвесить, развесить. Но перебил очень важный звонок. В общем, ищем, как знаете уже по прошлым видео и со стрима, для себя жилье. Вот. Ну и не только для себя, для своих еще друзей, знакомых, близких и тех, кто просто обращается. В каждом видео закрепленном комментарии есть. Там ссылочка в Телеграм для предложения жилья. Рассматриваю все варианты. Вот, и вчера поступил звоночек. Можно было подъехать, посмотреть по адресу жилье. Ищем еще также, для, я еще повторюсь, для своих друзей, знакомых и близких. Но сорвался я с села, приехал в город. Набираю я хозяина жилья, а он не выходит на связь. Но перед этим мы договаривались, что я выезжаю, через 40 минут буду уже в городе. В общем, когда я приехал в Днепр, звоню хозяину, он не берет трубку. Звоню через час, не берет трубку. За это время мы уже успели покататься с Владочкой на роликах. В общем, дождались до самого вечера. В итоге на связь так и не вышел, и по сегодняшний день почему-то не берет трубку. И что получилось? Вчера стояла великолепная погода. Можно было позаниматься полезными делами, подтянуть максимально, что можно сделать было. А сегодня, видите, уже пасмурно и потянуло на холод. А там еще много-много дел. Необходимо было потянуть до холодов, до морозов. Но так получилось. Всякое бывает. Немножко подрастроился, так как день пошел, грубо говоря, наперекосяк. Но обрадовало одно. Здесь, когда мы катались на горке, я встретил своих земляков. Вам большой привет. Было очень приятно. Сразу так обратились. Землякам привет. Ну, я думал, как бы не ко мне сразу обращаться, не понял. Потом опять землякам привет. Когда ближе подошел, говорит, а мы вас смотрим. Очень было приятно, конечно, вообще неожиданно. Это уже третий случай здесь, в Днепре. Те люди, которые подходят сразу, кто Селидова передал? Селидова привет. Раз, резкость наводишь, потом понимаешь. Вот так вот у жизни и происходит. В городе друг друга не знали, а просторы интернета и познакомились совсем уже в другом месте, в другой области. Ну и, конечно, сами знаете, по какой причине. Вот здесь мы встретились тогда, возле горочки, немного пообщались. Конечно, хотела бы больше поговорить, но прервал важный звонок. Я думал, звонят по поводу жилья.
Вот, извинился и немного отлучился. Так что, друзья, если смотрите, вам огромный привет. Все те, кто поддерживает, пишут теплые комментарии. Всем добра и мира. Так, давай, молодец. Папка уже показал, как пользоваться роликами, как правильно застегивать, заправлять. Поэтому уже это у нас дубль 5, да, Владочка? Да, нет, это дубль 4. Ну, 4, мы вчера чуть-чуть катались. Приехали в город и сразу за ролики, да? Да. Вот так, поехали, поехали. Ну, молодец. Я уже не догоняю, видите уже как, ребята. Пытаюсь за ней бежать. Такие результаты у нас. Пятый раз на роликах. Тренировка продолжается. Лайк. Молодец. Давай на ту локацию сейчас мы переедем. Поехали. Вот так, ребята, вышли на другую локацию. Немножко здесь покататься. Вот такие результаты уже. С каждым разом, как я говорю, лучше и лучше. Молодец. Ну а мы продолжим с вами. Смотрите, погода уже, видите, как меняется уже. Наружное освещение здесь включили. И кропает маленько дождик. Это то, о чем я говорил. Все, для осени и так погодка постояла хорошая. 8 ноября. И смотрите, чудесно, просто великолепно. Погода замечательная. И хотел поблагодарить вас за внимание, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши донаты. Всех благ вам. Мирного неба над головой. Здоровья крепкого. Всем добра и мира. Уже вечереет, а у нас еще много дел. Встретить Тину с работы. И Владочке обещал сходить с ней в магазин. Да, и кстати, вы просили, мало того, что по поводу квартир, жилье показать, какие цены. И какие здесь у нас цены на продукты питания. Обязательно с вами сходим в магазин, и я вам все это покажу. Для сравнения, чтобы у вас было, и вы от чего-то оттолкнулись. Дорогой этот город, недорогой. По поводу жилья я сразу скажу, он дорогой. Очень дорогой. Жилье здесь дорогущее. Поэтому, мало того, что я не говорю его просто приобрести, даже просто для съема. Добрый день. Ребята, хочется сказать за народ в Днепре, тех, кто сдают свои квартиры. У них дети приравнялись кошкам, собакам там. Вы что там, с головой не дружите или что? Хочется выразить, ну, такой именно шлейф в их сторону, ну, кошмар. Просто говорят, звоню, сколько звонил, как бы, головой или что, я не пойму. Ну, война рядышком, вообще стоит рядом, 100 километров получается. А вы делаете, ну, такой бред, дети равняются реально к животным. Берегите себя, дай бог, чтобы у вас было все хорошо, и чтобы вы не побежали, как бежит весь Донбасс, ребята. Еще раз вам говорю, 100 километров, задумайтесь. Всем хорошего дня.